Вот такую очень вкусную, аппетитную куриную грудку по-французски я сегодня приготовила. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте готовить. Здравствуйте! Сегодня будем готовить очень вкусную курицу по-французски, то есть куриную грудку по-французски. Для этого мне понадобится куриная грудка, картошка, сыр, помидоры, чеснок и майонез. Также понадобится растительное масло для жарки. Сыр натираем на крупной терке, картошку режем пластинками. Курицу я уже порезала тоже вот на такие дольки, которые сейчас нужно посолить, поперчить и отбить. Помидоры режем вот такими вот кольцами. То есть не толстыми, примерно где-то пол сантиметра. Итак, куриную грудку солим, перчим и отбиваем. Отбиваю я не молоточком, а таким специальным приспособлением для отбивания мяса. То есть он не отбивает, а протыкает, делает такие проколы в мясе, за счет чего мясо становится рыхлое и мягкое. Затем переворачиваем и снова проводим такую же процедуру, то есть солим, перчим и отбиваем. На противень наливаем немного масла растительного и начинаем складывать отбивные из куриной грудки. Теперь на куриное филе выкладываем пластинки картофеля. Вот такой вот они примерно толщины. На картофель кладем слой помидор. На помидоры с помощью пресса для чеснока выдавливаем чеснок. Следующий слой идет из майонеза. Майонеза я не жалею. Мне очень нравится, когда много майонеза или какого-либо другого соуса. Можно использовать сметану, йогурт. Тогда куриная грудка по-французски будет более диетическая, хотя и менее вкусная. Теперь делаем такую своеобразную шубку из сыра. Поверх майонеза кладем сыр. Далее ставим разогретую духовку на 200 градусов на 35-40 минут. И через 35 минут вот такая очень вкусная, аппетитная куриная грудка по-французски получается. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До свидания! До новых встреч и приятного аппетита!